Всем привет! Меня зовут Владимир, я с Брянской области. Сегодня покажу небольшой комплекс упражнений, которые я выполняю дома. Занимаюсь я уже 5-й год самостоятельно, так как город у нас маленький, спортзалов и хороших фитнес-центров нету, куда хотелось бы, конечно, было ходить. Когда нахожусь дома, занимаюсь постоянно, через день. На каждую группу мышц прорабатываю отдельно. Благодаря интернету, конечно, его развитию, там много чего полезной информации можно было найти. Так я наткнулся на сайт Егора. Большое ему спасибо за его труды. Там очень много информации, которую я черпаю для себя. Занимаюсь я не больше часа, плюс-минус там от 40 до часа. Приседаю в основном как с гантелями, так и со штангой, но вес пока штанги небольшой у меня, 50 килограмм. В дальнейшем буду подкупать блины, чтобы увеличить вес. На каждую группу мышц, ну, обычно по 3-4 подхода делаю. Количество я делаю по ощущениям. Ну, спину обычно я закачиваю в конце всех упражнений. Ну, бицепс стараюсь прорабатывать так более-менее умеренными весами, как бы работаю немного больше на силу. Ну, работаю как гантелями, как простые, так и молотки, сгибания делаю, также и со штангой работаю.
Трицепс прорабатываю так же, как сидя. Ну, по-разному. И отжимания от лавочки, и со штангой, и узким хватом. Тоже вес, я считаю, каждому индивидуально. На данный момент у меня гантели 22 килограмма. Спину стараюсь прорабатывать более-менее хорошими весами тоже. Отжимания я обычно делаю после грудных с гантелями на наклонной скамье. Ну, здесь я как бы собрал вкратце основные упражнения. Может быть, не все, конечно. Также на плечи, на среднюю, на переднюю и на заднюю дельту. Прорабатываю отдельно в отдельный день плечи, в отдельный день ноги и так далее. Как штангой, так и гантелями прорабатываю плечи. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И спасибо еще большое Егору за его труды.